походу будет вообще не сахарный пятюшок. Поехали. Так, стойте, пальчики, пожалуйста. Чё за... Стой! Стой, нет! Стой, еблан! Так, все, тихо. Что? Так, тихо сейчас. Тут, походу, сейчас будет офф с позором. Да хватит! Так, все, найс. Все, вот тут сейчас я должен затащить. Музыка, кстати, балдежная. Так, только давай. Так, нормально. Перезаряжайся, давай, ну. Так. О! Так, давай, стой. А ты забери у Олега петушок. Это чик. Прям в экран руку суй. Фу. Все, спят устало игрушки. Игрушки спят. А прикиньте, я сейчас умираю, битва начинается заново. И что это? Кроссовок и юный я, а чё? Молодец, Буба, ты прошел этот нелегкий путь сквозь свои не самые лучшие воспоминания. Ты заслуживаешь прощения, но помни, что все можно потерять. Не допусти прощения. Way in man. Ну, ребята, это чисто, ну, у нас, да. Сюжет и графика. Annoying Goblin. Музыка создана при помощи Аива Аи и Long Live Генералиссимо Кунг Басун Инструментал. Помощь с материалами. Деградач Вики, Дискорд Сервер Деградач. Тестирование отзывы. Грейт Энджел 01, Мутуалава, Двиджикси, Славчик, Залафу, Мимо Хил, Икс Роуз, Ред Паладин, Доктор Хаммер, Энер Мэджик, Ветеранер, БГ, Дэн Лап, Команда Тестеров и прочие, кого забыл. Ну, ребята, работяги и прочие, кого забыли. Честно скажу, ребят, честно скажу. Несмотря на то, что игра достаточно типа простенькая, мне очень нравится, что в этой игре присутствует так называемое чувство одиночества. Я очень обожаю игры, вот, которые, знаете, дают, скажем так, повайбить, по медитативничать себя в голове. То есть игры с чувством полного одиночества, они абсолютно прекрасны. Вот в данном случае игра в этом плане прекрасна. То есть я, честно говоря, вот у этой игры я хотел бы какую-нибудь более продолжение. Полное такое, знаете, подлинч. Простенькая. Не, ну как бы относительно она простенькая. То есть, как бы это ни звучало странно, она как будто сделана в игре Game Garage Builder для Nintendo Switch. Кто понял, тот понял. Но, блин, игра сделана достаточно хорошо. Мне очень, честно, как бы это ни звучало абсолютно по-дебильному, мне в этой игре паркурные элементы, ну вот это вот, прыжковые, понравились гораздо больше, чем шутерные. То есть пошутерить, да, конечно, прикольно, но вот походить, попрыгать мне понравилось гораздо больше. То есть именно игру, построенную полностью на паркуре, я бы прям по-хорошечно подождал бы. Тут есть, как говорится, немножечко подумать, немножечко поразмыслить. Хорошо сделано, хорошо сделано. То есть, ну молодец, молодец. Annoying Goblin и вот прям красава. И все остальные, кто ему помогал, абсолютные молодцы. Мне понравилось, честно, мне понравилось. А это что такое? Гарольд Стерлинг. 101 факт про ББ, который нужно помнить. Это еще что-то на 12 минут. Ну, давайте посмотрим, попробуем. Привет! Погнали, ББ! Именно так ББ и запускает с ним ролики, он делает так же, по мнению чит. А помните, что ББ абсолютно адекватный и разумный человек? Да. А помните, что мистер Потсдам был твинк? И вот это вот моя молодая фотка, только в хорошем качестве. Нет, это не я, это нет. А помните, что Бакареш еврей? Русский, вперед. А помните, как Шалопай продал медали деда? За 20 рублей каждый.